Мы хотим жить по своим законам. Мы хотим... Не... Донбасс – это промышленный центр, шахты, которые бюджет поставляет, много денег центр отдают. Вот. А наше казначейство расплачивается с Киевом, а нам крохи остаются. И мы не хотим этих Запад финансировать. Раз. Мы бы, наша мечта такая, что федеративное устройство государства. Вот. То есть, в общем-то, я считаю, ну, я так думаю, что многие здесь считают, что Россия и Украина – это вообще одна страна практически, понимаете? Это один народ, который должен жить в мире, в дружбе и строить идеологию нашей страны на ненависти к русскому народу. Это, ну, это невозможно, неправильно, и жить с этим просто нельзя. Поэтому люди пришли протестовать против этого.